Ну, хорошая, кстати, идея. Если еще Юлька подключится, вообще будет пиздец. А Юлька-то что, она фир кидает какой-то, что ли? Не, Юлька не фир, не блядь, нужна. Просто скиллы тебя отключат, нахуй, будешь ты дрочить стоять. Юлька скиллы отключает. What the fuck? Да. Он про Цезаря. Про Цезаря говорю, конечно. А, ты про Цезаря, я думал, ты про эту Цинану. Ну, Юлий Цезарь, я его Юлькой называю. А я Цинану Юлькой называю. А, ну это Тимошенко, блять, нахуй. Ну да. Вперед сливаться, ребят, в атаку. То есть ханы, значит, страхом, да, всех пиздят. Ну ладно. Что, мне пора пересаживаться опять на этого, походу. На Сципиона, на его ульту, которая похер все. Чтоб они себя в лесу не так вольготно чувствовали, да? Пятерки, шестерки, да? Класс. Бог друга срезал там. Да я и смотрю. Не по лесу пойдут. Глубоко-глубоко. Слышь, кот? Ну да, я-то чё. Один отряд. И ставь на базе. Не. И если есть возможность. Уже, наверное, нету. Они решили по огромной дуге пройти. Все они где-то уже тут, около вышки, примерно. Интересно, чувак, встал на отряд в отряд. Ну ладно. Не АФКш за рулем. Так. А ты-то куда? Вперед иди. А, ханы, 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 шукер. Где? Че ты орешь? Ебать. Что за паника? Меня сейчас окружат, отъебут, смотрите. Да не паникуй ты. Ульту включай просто и все. Ну, в городе все заебись у вас пока. Так а там никого не было. Да хули тут пятерки, шестерки, их выебали десятки, блять, ваши. Хиснопень. Ну тут гоняет нахуй. Лучников, блять, всю хуйню. Ну, у вас большая часть здесь и бегает в городе. Ну, сейчас будем базу брать, варвары вернутся, потому что что им еще делать? Блять, тут даже в городе половина стоит, даже никто не идет. Просто стоять что-то ждут, нахуй. Ну, я ФК-шара убил вообще, не знаю, что он стоял. Тебя-то я вижу, да, ты идешь сейчас. А он просто ближе к этому, блять. Колизею там стоит половина. У них повылетал народ, походу, видишь, они стоят что-то. Вы видели губы, обоссались, наверное. Блин, на вышке меня разобрали, просто их тут 9 человек на одного налетело. Ох, хуя вам тут шоколад, сколько ее стоит, нахуй. Главное, чтобы вот этот... А, не, ну это Буба, Буба не я хочет. Минус. О, капитан мудак на арте похавайте, первый раз вижу.
бы сразу хуящить, блядь, пока не сожрали. Я поиграл, ребят. Молодец, чё? Там пиздец, там на базе сейчас 10 отрядов будет вражеских ребят. Да ты посмотри, они уже на базу пришли, ваши. А, ну все тогда. Тут, блядь, заборов налепил. Ханы пока не думают возвращаться, они хотят захватывать базу. Ты это как-то, ну, сразу обоготворяешь соперника, что ли, понимаешь? Они придумали одну тактику, все, понимаешь? Это вся их заслуга. Да ничего такого в их тактике нет, просто они налетели на меня одного, если бы мне кто-то помог. Ну так и не наводи панику, зачем тебе помогать, если мы сейчас выиграем? Да я тупанул, я ульту прожал, блин. Я до этого дрался с другим, у меня ульта в КД была, и я не успел как бы откадешить, они меня зафирили, сволочи. Всегда теперь буду оставлять одну ульту на всякий случай. Они, нет, они на самом деле сброд. Варваров у него не осталось, то есть я варваров положил смело. Ну вот. Это, ну такая тактика. Ну у них сейчас фланги были открыты.